Всем привет, друзья! Продолжаем играть в арену. Да, всем привет. Всем привет. Да, как вы заметили, компания все та же самая. Как-то у нас получается тащить. Ну, вообще, в зоду очень хорошо играть. Это намек на то, что сейчас нужно слить нам для профилактики. Ну, как бы, да, неплохо бы, но все-таки. Ну, для поддержания общего вселенского равновесия. Да, да ты чё, ну, мы... Чтобы да. Кто-то там на той стороне не заплакал по поводу того, что ну черт, когда же моя победа ко мне придет. Не, ну если победим, я сильно не расстроюсь. Так уж и быть. Примешь это, да, с достоинством. Да, 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 да. Так, ну что, опять вышку захватываем. Желательно сразу бы кому-то вот сюда в лесок обойти, если тут будут лучники, вот сюда вот, чтобы их потом с тылу взять. Кто-то так, может ну сюда? Я на вышку побежал. В общем, у меня стандартный ход действий. В лесок, так. В самый большой вот этот вот лес. Давайте я туда побегу, Давай. Я справа обойду, а то вдруг там будут застрельщики, они же будут убегать, а я так их на обратном пути сложу. Ого, у нас чё. Искусственный интеллект, причем такие неплохие юниты. Ну пусть они на дефе будут. Вроде нету. Не знаю. А, стрелки. Стрелки надо в атаке. Оу, блин. Ну, не, это мою... тебе, Хакон, потом, когда у тебя кава закончится. Вот да, когда кава закончится, то тогда я смогу ими нормально контролить. Точку захватывай, не захватываешь. О, блин, скинь, ай-яй-яй-яй. Никого не видно. Так, что, они решили, они городом пошли. А у нас пошли кто-то городом. Ну, да, мы сила, если мы втроем пойдем 9 отрядов кавалерии куда-то ударим, то это будет сила. Надо быть... Так, вижу кого-то. Стрелки. Вот здесь на дороге кто-то был. На дороге вот, кто-то вот был? Вот здесь где-то. Лучники, кого-то лучники я на карте, были. Я на карте видел, а потом они скрылись из виду. Так что готовьте свои чарджи. Готовим. Ой, правда, в гору будет не очень хорошо. Такие леса, блин, ни хрена не видно здесь. Не, ну, а зачем в гору? О! Я их сейчас попробую на обратке встретить. Тем временем пехота идет на точку что-то. Там и кавалерия у них. Они решили нас подловить. Димка, помогай, я сейчас по лучникам буду отрабатывать. Я, как обычно, на окружение. Ну, тут они уже могут пожалеть. Хаммер! Чё-то, блин, кавалерия. Все. Вот еще кавалерия сверху. Посыпались, ребятки. Так. Так, Димка, там справишься с этим отрядом кавалерии? Не, надо помощь. Иду помогать. Да там один отряд-то. Снизу не справлюсь. Не, снизу я тебе помогу, я проверх. Вот здесь надо помощь. Ну, я свой отряд сейчас подгоню, а то у меня там один оказался. Так. Ща мы догоним этого хлопчика. Получай. Что-то у меня чарджануть не получилось через эти леса. Ни разу даже. Кстати, на точку идут, и мне на точку... Ой, блин, я увожу свою каву. На точке меня сейчас порвут. Вот здесь, сейчас мы разберемся с кавой и поможем тебе там. Стрелки туда идут. Да, вернемся. Там не просто стрелки, а эти... Метатели? Пельтасты, да. Это самая зараза противная. Ну что, возвращаемся за пельтастами на вышку? Да, а да, я бы давайте. Хотел догнать их. Кого? Не знаю, как... Кавалерию? Да. Они ведут, скорее всего, либо на пикинеров, либо на свои позиции. Да у меня чардж откатился. Далеко они забыли, не забыли про отряды еще. Вот Хакан забыл свой отряд в лесу. Я не забыл, я его как бы отвел. Только мне его теперь найти. Так что делаем, пока... кавалерию догоняем или что? Давайте, может, этими застрельщиками. Я возвращаюсь назад на вышку. Надо, чтобы они себя проявили. Хотя бы подняли вышечку. Тогда мы точно будем знать, что кто-то там есть. Так. Вау. У нас на базе прорыв кавалерии. На базе прорыв? Вау. Внезапно. Так,
Так, мы, наверное, я еще и отправил их на катапульты. Наши катапульты сейчас возьмут. Хотя у нас там пикинеры. Давай, 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 разворачивайся. Красавчик, раз... Ой-ой-ой-ой, смели. Мне, короче, сейчас понадобится помощь. Хотя, может, и не понадобится. Есть, ну, первый раз получилось хаммер использовать. Так, этих стрелков мы можем. Где у меня еще один отряд? Вот он где. Так, ну что-то походу с кавалерией я вражеской разберусь. Хорошо. Вот сюда бы еще зайти в тыл врагу. Ого, разберусь, блин. Помочь? Ох ты! Поможем. Там подрулило еще отрядец, ввиду свои два отряда. Да, один отряд я потерял, один отряд кавалерии я слил. Оу, туда вообще помощь направляется, серьезно. Ого, ни хрена себе. Так, я тогда их обойду слева. Давай, 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 давай. Я за стрельщиков тех выкашу, которые сзади будут прикрывать. Так, Виктор, отводи кавалерию, отводи. Угу. Не гонись за ней. Димка, тоже не гонись. Я понял, там что-то придумывается нам. Жопа нам придумывается там. Угу. Да помогайте, помогайте здесь, чё вы. Застрелы, вот наша главная проблема. Застрелы. У нас базу берут. Базу берут? Так, у меня где-то отряд возле базы был, сейчас пойду попробую сбить. Ага, да, они через город прошли, несколько отрядов, сейчас попробуем их оттуда. Так, меня окружили. Кавалерия. А я тебе говорил, не лезь? Так я почти с ними справился, только мне плюшек не хватило. Только внезапно пришла большая толпа и... Да, и сделала свое черное дело. Давай. Так, возвращаемся назад, а то у нас там проблемы, ребят. Все назад. Или базу надо захватить. Не, наверное, все назад. Я один отряд на базу пошлю. Посмотрю хотя бы, что там. Буду пытаться следить везде. Ну там мечники. Так. Да тоже ведь неприятный отряд. Надо чарджами на них работать. Давайте, так, ребята. Короче, сбивайте захват. Я беру базу. Ой-ой-ой, они мне скинули. Витя, короче, с тебя мечников, которые на твою каву напали, вот здесь, в центре, задержать их как можно дольше. Хорошо, сейчас тогда отвожу их за собой. Тут и застрельщики еще бегут в моем направлении, вот застрельщиков беру на себя. Просто, короче, старайся их гонять, просто гонять. Не надо там атаковать ничего. Просто, чтобы они... Ой, ну ты отряд сейчас сольешь, застрельщики тебя сейчас нахлобучат. Они на базу идут. Ну, один отряд мне удалось отогнать, но они идут на базу, так что имею в виду. Так. Так. Ну, слежу я внимательно за своим отрядом. Ай, кажется, к тебе пошли всерьез. Молот. Пусть идут. Херакс. Молот. Успел. Вон, видишь, я засветил, где идут. Так, сейчас. Ага, вижу. Сейчас застрельщиков попытаюсь убрать. Все, я на базе нашей зачистил. А я, если что, попробую принять их кавалерию. Осторожно, там у тебя тот отряд, который стоит на... На точке? На точке, туда к нему идут. Кавалерия вражеская. Ну, я приму мелкий отряд, а крупный там будет кому принять. Блин, наши застрельщики расстреляли мой отряд кавалерии. Придурки, блин, тупые.
У меня теперь два отряда. Лучники еще есть эти КПУшные. Куда-то надо их. Вперед, может, поедем. Так, сейчас я попробую их. Где помощь надо? Я иду. У меня два отряда. Кавалерий. Ну-ка. А, вот у нас на базе лучники из города пришли. У нас на базе лучники. Так, отлично. Мой чардж вообще хорошо прошел. И я тут чарджанул неплохо. Кто может... Оба отряда разбил. Так что, вот то мечники последние. Ты можешь даже в несколько этапов их разбить. А на базу на нашу надо возвращаться? Ну, тут лучники, я не знаю, сколько там отрядов. Один вижу, я с ними справлюсь. С одним, но если тут больше, я не справлюсь. Посмотрим. Ой, надо возвращаться. Надо. Тут пикинеры, блин. Хорошо. Так, все, пошел одним отрядом на возврат. Надо, я пока это кавалерию не впускаю в бой, пока держу. О, пришла вражеская кавалерия. Вы помогаете, я это. Ой, давай, Витя, давай, помогай. Отводи, отводи свой, тут вражеская кавалерия идет. И мечники. А выводить-то нежелательно. О, а я их сейчас чарджа приму. Да, принимай. Я сейчас кавалерию чарджану. Ох, у нас быстро захватывают. Охренеть. Сейчас я собью. Пожертвую кавалерии своей. Давай. Так, я бегу отрядом кавалерии. Давай, Димка. Если сделаешь все грамотно, победа за нами. Ой-ой-ой, там серьезная ситуация. Ах, как? А, блин. Успели они, к сожалению. Странно. Так быстро захват идет, надо медленнее как-то его переделать. Ну ладно, бред, в принципе сыграли неплохо. Ну, мы чуть-чуть шли на равных с ними, мы даже проседали все это время, так что они поднатужились к базе. Не, на самом деле обидно очень, потому что мы должны были победить. Ну, но если бы оторваться от вражеской базы, развернуться, разбить, то когда видишь цель, не видишь препятствий. Не знаю, может, я виноват. Я просто видел сначала один отряд, потом там вынырнул отряда лучников, пикинеры. Я решил. При всем при том, Димка, нас можно поздравить всю нашу дружную компанию. Мы первые три места делим. Угу. На первом видео. Плюс у нас же ливер был один. Блин, ну, я закрыл статистику. Вот. На третьем ты, Димка. У меня там как 280 ты? С чем-то. Я 262 фрага настрял, нарубил. Ну, кавалерия не моё. Мне, конечно, стрелками гораздо-гораздо приятнее играть. Ну, я в концовочке немножко засал. Я думал, что солью кавалерию. А-а-а. Отступил. Так, а я копию прокачал. Да. А у тебя ведь чё по фрагам? 312 вроде бы. Охренеть. Ну вот на такой веселой ноте, наверное, и закончим данный выпуск. Удачи, вот. Друзья. Всем пока. Всем до новых встреч. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.